Стильные прически нужны даже детям. Я соскучилась по единорожке. Интересно, и мой костюмчик. Ничего, куда же он подевался? Ну что за беспорядок? Я не могу найти свой костюм крошки-единорожки. Твоя радужная шерстка в стирке. Но мы сейчас что-нибудь придумаем. Как насчет радужной прически? Мы посадим тебе на голову целую радугу. Волосы делим пробором и завязываем два высоких хвоста. Надеваем на хвост валик для волос. Обматываем волосы вокруг, скрывая валик. Фиксируем пряди шпильками. Делаем два пучка. А вот и радуга. На сеточку для фиксации пучка приклеиваем белые помпоны. Делаем две такие детали. Синельную проволоку всех цветов радуги закручиваем в дугу и приклеиваем ее на два облака из помпонов. Украшаем фигуркой маленького пони. Надеваем на пучки сеточки с облаками. Радуга выросла прямо на голове, а значит, у тебя будут сегодня самые радужные мысли. Ты сама приманишь любого единорога. Пока взрослые общаются, малышки уже собрались на вечеринку в детский сад. Ну как вам наши образы? Это слишком экстравагантно. А это слишком экзотично. Нужна золотая середина. Вот эти наряды как раз подойдут. И обязательно нужно сделать красивые прически. Приступим. Разделяем волосы боковым пробором. Спереди отделяем небольшую прядь. Завязываем хвостик и проворачиваем его в серединку под резинкой. По такому же принципу завязываем 4 хвостика. Простая и быстрая прическа готова. Спасибо! А для тебя мы сделаем прическу водопад. Разделяем волосы прямым пробором. Начинаем плести обычную косу от лба. Прядку, которая оказалась свободным концом к низу, отпускаем. Вместо нее подплетаем в косу прядь такой же толщины и свободной массы волос. Повторяем с другой стороны. Украшаем волосы цветком. Закрепляем невидимкой. Прически готовы. Ну как, вам нравится? Сейчас посмотрим. Да уж, эти прически слишком простые для вечеринки. Нужно немедленно все переделать. Сделайте нам другие прически. Более яркие и необычные. Хорошо. Сейчас попробуем сделать яркие косы. Разделяем волосы пробором посередине и плетем две французские косы. А теперь добавим цвета. Из розового каниколона плетем две косы. Сбрызгиваем их лаком для волос и посыпаем глиттером. Сверху закрепляем еще одним слоем лака для волос. Крепим розовые косы сверху. Прикалываем их шпильками. Ну как тебе новая прическа? Достаточно яркая для вечеринки. А тебе мы сделаем цветное сердце. Делаем пробор и завязываем два хвоста. К хвосту привязываем резинкой прядь каниколона. Один из свободных концов обматываем вокруг резинки, чтобы ее спрятать. Конец фиксируем шпилькой. Повторяем со вторым хвостом. На волосы прикладываем трафарет сердечки. И прокрашиваем их розовым тонирующим спреем для волос. Что скажете, малышки? Такие прически подойдут для вечеринки? Это то, что нужно! Ура! Мини-клиенты довольны!
У нас здесь собрались две яркие фанатки принцессы Эльзы и принцессы Рапунцель. Мы хотим повторить такой же макияж, но нам не обойтись без причесок. Принцессы, мы знаем, как вам помочь. У меня как раз есть подходящая идея для длинной косы Рапунцель. Волосы собираем в высокий хвост. В бумажном стаканчике вырезаем квадратное отверстие. Лист терракотовой бумаги разрезаем на прямоугольники. И приклеиваем на стаканчик, имитируя кирпичную кладку башни. Из бумаги сворачиваем конус и приклеиваем на верхушку башни. В окошко вклеиваем распечатанное изображение Рапунцель. А вот и башня для Рапунцель. Надеваем башню на голову и протягиваем хвост через окошко. Украшаем прическу искусственными цветами. Сказочная прическа готова. Рапунцель, спусти свои волосы. А что же придумать для маленькой фанатки Эльзы? Есть идея. Собираем волосы в низкий хвост мальвинку. И крепим сверху заколку Эльзу. Двойную полоску фатина присбориваем и сшиваем. Распечатываем и ламинируем изображение Эльзы и приклеиваем на него фатин вместо юбки и шлейфа. Украшаем подол юбки стразами. С тыльной стороны крепим заготовку для заколки. Украшаем волосы кристаллами. Прическа готова! Ей позавидуют лучшие модницы Эренделла. Теперь у нас самые сказочные прически. Холодные и запутанные. Наслаждаться вкусняшками мешают распущенные волосы. Никто не хочет пить волосатое молоко. Сейчас сделаем самую сладкую прическу. Только наколдуем заколки конфетки. Синельную проволоку накручиваем на карандаш. Вынимаем карандаш. Делаем несколько таких пружинок. На декоративную конфетку приклеиваем заготовку для заколки. Делаем несколько заколок из декоративных кексиков, конфеток и бантиков. Разделяем волосы пробором и делаем два пучка. Пучки вставляем в пружинки. Направляем их в разные стороны. Украшаем пучки заколками. Крепим конфетки по всей голове. Готово! Это самая сладкая прическа. И все сразу поймут, что ты сладкоежка. Хочу необычную прическу. Эти длинные волосы – слишком скучная укладка. Может, и сделать творческий беспорядок? Хватит терзать свои волосы. Я помогу тебе сделать красивую прическу-ободок. Отделяем переднюю прядь. Сзади собираем хвост. Переднюю прядь заплетаем во французскую косу. Конец косы заворачиваем по спирали, формируя цветок. Закрепляем шпильками и украшаем бабочкой. Распускаем хвост. Стильный ободок из твоих собственных волос готов! У девочек войнушка. В бой идут даже волосы. Ой, кажется, мы запутались. Помогите! Все ясно. Это запутанная история. Но мы распутаем ее вместе и сделаем вам аккуратные прически. Для первой прически делаем боковой пробор. Резинкой собираем хвостик, чуть оттягиваем, разделяем прядь и перекручиваем хвостик вовнутрь. Плетем из хвоста две косички. И заворачиваем их назад, формируя сердечко вокруг резинки. Завязываем и украшаем заколкой бантиком. Какое милое сердечко! Теперь твоя очередь. Заплетем длинные волосы в изящную прическу. Разделяем волосы пробором и плетем французские косы с двух сторон.
На макушке соединяем две косы в высокий хвост. Оставшуюся длину хвоста перевязываем резинками через равные промежутки. Украшаем бантом. Готово! Теперь ваши волосы в полном порядке и больше не запутаются. Можете играть с красивыми прическами. Понравились наши детские прически? Тогда пиши в комментариях, какой дизайн ты повторишь. Сделаешь башню Рапунцель, прическу с конфетами, сердце или блестящие яркие косы. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые яркие прически на канале Трум-Трум.